8 августа 2022 года я со своим помощником прибыли на адрес улицы Пионерская, дом 20, к ветерану Великой Отечественной войны Зои Васильевне. Это единственный ветеран моего округа, именно непосредственный участник. Она прошла всю Великую Отечественную войну в качестве медсестры. На День Победы мы ее поздравляли. Она тогда рассказала, что ей нужно сделать небольшой ремонт. Я сказал, мне нужно сделать небольшую паузу. Сейчас вместе с моим отцом мы посмотрим уровень работ, все это оценим. И буквально недавно также она к нам обращалась, у нее были проблемы по здоровью. Мы этот вопрос отработали, врачи поликлиники номер один тоже быстро отреагировали, им очень огромное спасибо. В общем, сейчас сходим, попьем чайку Зои Васильевны и узнаем, что ей нужно сделать по небольшому ремонту. Это вам чаю? Давайте. Миленький. Мы зайдем, заходите, посмотрим. Пожалуйста. Я приболела, правда. Здравствуйте. Мне неудобно перед вами. Все хорошо. К вам же врач приходил, правильно? Приходил позавчера, выписала только мне мази. Так как я стоять сейчас, у меня садится позвоночник, и уже сел, я уже маленькой стала, я была выше. Это мой папа? Очень приятно. Да, он рабочий. Руки, как говорится, откуда нужен, растут. У меня в клубе много чего делать. Смотрите, еще раз. Зоя Васильевна, скажите, что бы вы хотели, вот мне тогда говорили, по потолку и по полу, да, Никит? Нет, мне только... Был пол вопрос, потому что пол холодный. По потолку, да, Зоя Васильевна сказала, что... Я как-то не обращала внимания, у них там что-то проходит, может, какой-нибудь, и у меня заливало очень сильно, это я промываю, я это протираю. Вы хотели утеплить пол и, соответственно, сделать, чтобы не протекал потолок. Так я понимаю? Ну, собственно, да. Дело в том, что я не могу спать. Извините. Это вот сейчас, после болезни, после больницы. Может. Когда я лежу, вот видите, мы еще закрыли, у меня где-то дует. Где-то дует. Вот как вот сейчас тепло будет, холодно, то я уже спать не могу туда. Вот когда дождь или что, или где вода, у меня сырость. Сырость? Ковер сырой. Он лежит на толклаках, лежит, да. А в реале, есть, как фанерно. Смотри, представляем, но я так понимаю, мы его снимаем и что кладем? Или заливаем? Нет, мы, может, его нет, даже так вот снимать не будем. Такую штуку положить вот. Так, может, даже снимать не будем. Это надо вскрыть, где он скрипит. Так посмотри. Так-то здесь он, по-моему, тогда же лежит на бетоне. Вот и все. Тогда знаешь, как сделаем? Пап, давай в какое-то время найдешься с Никитой, состыкуешься. Вдвоем приедете, Никит. Вот этот участочек маленький вскроете быстро. Что там? Ты посмотри. Посмотришь, да. И после этого сделаем уже акцент. Хорошо, Зоя Васильевна? Да. Так, Зоя Васильевна, вопрос такой. Смотрите, вы понимаете, что если здесь сделать пол, то вы на какое-то время должны находиться в другом месте. У вас есть где? К внуку идти. К внуку, да? Да. Внук, ты где живет? А внук живет на холмах. На холмах. Когда дождь идет, туда заливается вода. Вот здесь у меня дырка с той стороны. Нет, с той стороны. И у меня вот эта вся сторона, она у меня, вот посмотрите, это я протираю все время. И там... Вот, пап, смотри. Да. Это вот сырое все. Это именно из-за дождя происходит? Нет. Это всегда это сырое. Я протираю, там ничего не могу поставить, потому что вот там у меня купили вот эту штуку. Я ее обогреваю, чтобы вот сейчас начнется холод, и здесь все будет сыро. А белье у меня всегда мокрое. Там лежит сырость в этом. Вот я не знаю. Окно мы только вставили. 30 тысяч? 80 где-то. Или 50, я не могу 40, вам сказать. Здравствуйте. 38 или 38. Так. В общем, вот мы только ее вставили. Так угол, значит, надо его утеплять. Так посад, так утеплять не будешь. Утеплять каким только? Ну что, так минимум треску, так пеноплекс. И штукатурить, вот эту стену так посадную. А при этом вон там еще, да? А там это уже коридорная, это надо, да вот смотрите. Ну после того, там коридорная. Ну после того, как ты это сделал, соответственно, надо будет еще раз обои делать, правильно? Конечно. Вот мне вот делали ремонт,
администрации еще была, не эта администрация, а еще где тогда, она? Когда при городе был, когда эта квартира еще не ваша была, правильно? Она не моя была. Да, да. Нет. Да, не моя Стариков. Была. Да, не моя, она не моя была. И они мне делали, значит, вот коридор, и туалет, и кухню. А здесь они ничего не делали. Вот как она была, такая есть. А я глупая женщина. И я думаю, это пол деревянный. Как хорошо на деревянном. Я еще только стала жить здесь. Думаю, эта плитка прет прекрасно. Мне, говорю, не делайте ничего. Это деревянный пол, это хорошо. Чем вот. И вот, вы знаете, и так вот я теперь живу. И получается, он потом намокает, да, этот пол? Да. И да. Намокает под балласт, да? Да. Здесь смотрите, один здесь квадрат, они просто поднимут, вскроют и посмотрят, что там. И ага. После этого мы будем делать вывод, что надо сделать. Хорошо? Ага. Паркет уже торгнулся, вот края. Зоя Васильевна. Анька. Все будет хорошо. Ну, сколько стоит, я все заплачу. Мне вы не переживайте. Мы берем все на себя. Вы да. Ничего не будете платить. Все. Зоя Васильевна, давайте. Крепитесь, здоровья вам. Все, все, все. Все хорошо. Давайте, видите, как молодость. Все, давайте. Все. Спасибо вам за все.